В детском саду номер 39 хутора Бараниковского после проведения капитального ремонта открылось сразу две дополнительные группы. Мы очень рады, что мы наконец-то пойдем в детский сад. Нас пригласили на открытие группы, мы долго этого ждали. Очень довольны, у нас будут хорошие воспитатели, хороший директор садика. Ну, за все спасибо. В новые группы пойдут 45 малышей. И именно им, главным виновникам торжества, было доверено перерезать символическую красную ленту. Опа! Ура! Вместе с главой района малыши осмотрели, где они теперь будут заниматься, играть и общаться со сверстниками. Увиденное им настолько понравилось, что некоторые сразу заявили. Я здесь останусь. Ты здесь останешься? Игровые комнаты, спальни – все прямо сейчас готово к приему малышей. Осмотрев всю территорию дошкольного учреждения, глава района заметил, что здесь необходимо заняться благоустройством двора. Работа должна начаться в самое ближайшее время. Еще планируется у нас асфальт проложить или плитку, улучшение двора, за ограждение полностью все поменять в этом году. Благодаря открытию дополнительных групп в детском саду номер 39 очередь в Протовском поселении удалось сократить на 30%. Анна Монастыренко, Андрей Постовой, Иван Бригадиренко. Программа «События».